Я целую неделю не был в Москве и, правда, соскучился. Соскучился по городу, соскучился по дорогам. И больше всего соскучился вот по тебе, дружище. Правда, с таким удовольствием еду. Но время отдыхать, отпускать газ у нас совсем нет. Поэтому сегодня у нас уже сразу же куча дел. Я сейчас зайду домой, переоденусь, помоюсь, скину чемодан и сразу же лечу дальше по делам. Надо сегодня забрать белугу из детейлинга, потому что пацаны уже в среду рано с утра выезжают. Нужно подготовить полностью весь наш автопоезд. Выезжают на граунды. Нужно забрать шины для дрифт-такси. Нужно там еще кое-что поделать. Нужно забрать насосы Гуры, комплекты, которые мы делаем. В общем, куча дел и нет времени отдыхать. Но мы-то с вами так и любим. И первым делом, приехав домой, ну и, конечно, помыв руки, я не ем салатик и борщик, а расписываюсь на футболках, автограф-картах, чтобы все, кто покупает футболки наши, получили их вовремя и в той комплектации, в которой заказывали. Вот видите, тут все подписаны. Ладно, телефончик не будем давать, все оплачено, автограф на футболке. Вся информация будет в аккаунте, который я прикреплю сюда. Это наш специальный аккаунт для заказа одежды.